Друзья мои, желаю, конечно, всем, как всегда, всего прекрасного. Пусть все будет хорошо, пусть все будет отлично. По поводу прямого эфира в Инстаграм и в других социальных сетях. Я, честно сказать, вам не успеваю на все вопросы отвечать. У меня 4 вопроса, которые нужно отвечать от прошлого прямого эфира. Вот они у меня, я работаю над ними. И буду отвечать в следующий прямой эфир в Инстаграме этим людям. И, конечно, Марина там задала вопрос, Руслан и Тамара. Я отвечаю на эти вопросы в следующий раз. Но так как много пишут к нам и вопросы отправить на почту, дорогие мои друзья, я не успеваю отвечать на эти вопросы. И, соответственно, для этого у нас есть онлайн-консультация. Есть номер телефона сайта, номер телефона центра. Можете звонить и записаться. У нас по пятнице идет акция. Конечно, можете записаться в пятницу, завтра имеется в виду. А то, кто хочет индивидуально, конечно, отдельно со мной по онлайн-консультации общаться, есть тоже номер телефона, который в любое время можете звонить, вам отвечают и соединяют со мной. И когда по видеосвязи, когда я вас вижу, отвечаю на вопросы индивидуально. Потому что, во-первых, некоторые вопросы ответить я не могу в прямом эфире, когда я вас не вижу, я должен работать, должен видеть фотографию, должен понять, почувствовать источник проблемы. Поэтому это 3 человека. Следующий эфир я отвечаю, а для тех, кто пишет нам на почту, дорогие мои друзья, есть номер телефона, который можете звонить и записаться на онлайн-консультацию. По пятницам скидка у нас, а в другое время, пожалуйста, можете соединиться, вам все объясняю. Я сегодня еще от другой вопрос отвечаю по поводу купюры, которую нужно было закопать в свитке. Вот там тоже будет пост. Я отвечал, и что нужно сделать для того, чтобы исполнилось ваше желание. И еще одну вещь, я скажу вам, дорогие мои друзья. Наш мозг способен на много чего. Притягивайте позитив, думайте позитивно. И если о чем-то вы мечтаете, начинайте представлять этот вещь, что уже у вас есть, как выглядит, тогда ваш мозг вам поможет достичь желаемый результат. И приобрести этот вещь, который вам нужна, или человек, который вам нужен, пусть приходит к вам. Это ваш мозг притягивает. Огромное всем вам спасибо. Поэтому, дорогие мои друзья, если у кого-то срочно есть ко мне вопросы, есть онлайн-консультация, которой можете звонить и соединиться. Огромное всем вам спасибо, благодарю, всех благ и до связи. Все будет хорошо, много чего зависит от нас, все будет отлично, с настроением, с уверенностью шагайте по жизни. Откуда-то произойдет чудеса, и все будет хорошо. Скажите себе, все будет хорошо, только верите в эту фразу. Все будет отлично. До встречи. Счастливо.